Попов. Атака встречает. Работает поближе. Чок выбрасывает в здание. Он подходит без удара. Это нокдаун. July 2019 nang dumayo at napalaban ang ating kababayan na si Roldan Nakobra Aldea sa bansang Russia. Hinarap niya rito ang undefeated Russian fighter na si Mikhail Alexeev. Si Roldan Aldea ay tubong Kabangkalan City, Negros Occidental. May edad noon na 25, may taas na 5'7" at may record na 13 wins, 7 losses at 7 knockouts. Habang si Mikhail Alexeev naman ay may edad na 23, may taas na 5'6" at may malinis na record na 12 wins, 4 knockouts. Ginanap ang laban sa RCC Boxing Academy, Ekaterinburg, Russia. Samantala ang Russian boxer na ito ang kauna-unang tumalo sa isa nating kababayan na si Romero Duno na may malinis na record noon na 9 wins, 8 knockouts. Nakataya ang vacant WBO Youth Super Featherweight title. Natalo si Romero Duno via 8 round unanimous decision. Samantala sa laban ng dalawa ay muli sanang bibiktimahin at idadagdag pampataba ng record. Ng Russian boxer na ito ang pangalawang Pinoy, ngunit siya ang nabiktima nito ng patulugin at ma-upset ang laban. А лучший как он галактики Дмитрий Лучник. Достаточно неплохо смещается и время от времени добавляет дальнюю руку. Не такой размашистый, откровенно выступает в легком весе. А вот здесь опасно, опасно. Бил Рольдан Алдея, цапнул. Полетел вперед Алексеев, но там, кстати, встретил его Алдея. Другое дело, что... Алексеев начал больше защищаться. Здесь Амушка замерз, Миша, по-моему, такое ощущение. Да, обрасывает много ударов. Ну и пока похитрее ведет поединок. Но надо отметить, был перерыв у Михаила. Настоящий реваншист. Опа! Опасно для филиппинца. Это третий поединок. Алдея работает как контровик. Даже позволяет себе сам подзастояться. Ну вот здесь по защите. А и пропускает Миша слева. Ох, какой сейчас апперкот! Прилетел Алексееву в челюсть. Ну, я думаю, все уже заметили, да, что Алдея у нас левша. Пытается тут зайти за ногу Михаил Алексеев, но не дает сделать это Алдея. Хороший филиппинец. И пока Миша Алексеев ничем не может Алдею удивить, на мой взгляд. Да, и мы знаем, что это уже, конечно же, не первый приезд филиппинца в Екатеринбург. Опасно, опасно. Хорошо сейчас филиппинец работает. Клинчевать нужно Алексееву. Ой. Умный бокс показывает, при этом... Опа, опасный апперкот. Точнее, боковой. Замерз Алексеев и пошел на добивание Ролдана Алдея. Прекрасно понимает, что через защиту. Безответных, очень много ударов от Михаила Алексеева. Пока держит. И даже не клинчует Миша. Замерз Алексеев. Опасно. Попадает снова филиппинский боксер. Вне всяких сомнений. А вот отвечает Алексеев. Вот здесь по защите удары. Показывает характер Михаил. Пытается здесь реваншироваться. Ну, там филиппинец неплохо Все-таки главное событие вечера. И пошел в размен здесь Михаил. Пошел на обострение. не зарубаться Хаттик. Мы видим, идет постоянно вперед. И постоянно вот здесь будет навязывать обмен на средней дистанции. Здесь лучше хорошо сейчас. Взял паузу филиппинец. Возможно, немножко психологически на него стало давить, что Алексеев идет еще и вперед на него. Другое дело, что большинство ударов у Михаила, они, так знаешь, по площадям. Рахимов, и было это в 2016 году. А вот это было попадание от Алексеева. Папа достиг, называется. Ох, хорошо сейчас от Михаила. Да, филиппинец. Навязал ему Миша свою дистанцию, Михаил, поэтому... Пошел вперед с ударами. Совершенно справедливо заметил в перерыве Николай Попов, что нужна ему ближняя дистанция. Нужно именно сближаться. Да, просил Николай, чтобы Михаил... Хороший апперкот. Опа, пропускает сейчас. Да, пропускает Алексеев. Как там говорил Геннадий Головкин, биг-драма-шоу практически в Екатеринбурге. Поддерживает себя и, возможно, пытается в поздних раундах все вернуть. Вполне возможно, пятый раунд, и бой только перевалил в свою вторую половину. Но филиппинец не сдается. Опасный левый боковой от филиппинца. Но заметь, кстати, гораздо больше стал выбрасывать удар. Попадает сам левым боковым. Заканчивается пятый раунд. И снова. Ну и у меня, лично у меня. А у нас еще три. А здесь удается Михаилу подойти поближе. И у нас опять начинается размен. Причем на обострение идет именно Михаил Алексеев. 51 килограмма 200 граммов. Российский боксер Михаил Алексеев. Долгожданное возвращение Михаила в ринг. И его филиппинский оппонент попадает Михаил. Здесь большое количество ударов. И не успевает здесь. Михаилу нужно на ближней работе тоже упереться на ногах. И, видимо, верит в свой удар. Ролдан Алдея. Ох, какой левый боковой пропускает Алексеев. И справа тоже. Но тут же отвечает сам несколькими ударами. Другое дело, что здесь по корпусу попадает Алексеев, отвечает Алдея. Вставляет филиппинец Алексеева на джеб. Он сам идет на сближение. Он сам не оттягивается, сам идет к нему. Остановки, и он продолжать нужно будет работать. Он пытается после этого вязаться. Тут же правый прямой в ответ от Алексеева. Алексеев, похоже, у Миши открылось второе дыхание, такое ощущение. Хороший апперкот от Алексеева. Очень много ударов выбрасывает по туловищу Алексеев. Ох, сейчас цепанул слева боковым навстречу Алексеев. Алдея выдержал. Выдержал и сам постарался ударить. Очень опасно оттягивается на дальнюю ногу. Готовит концовка у нас. Хороший джеб раунда. О, отвечает Алексеев очень неплохо. Единки Михаила Алексеева и Рольдана Алдея. Россия, Филипп, килограмма 200 граммов. В атаке Михаил Алексеев. Достает он филиппинца. И во второй раз мы видим такое бескомпромиссное сражение. Снова опять попал. Филиппинец на ногах. И за счет джеба пытается сохранить дистанцию. Вот та дистанция, которая нужна Алексееву. Ближе он подходит, и здесь удается ему. Отлично подцепил апперкотом Алексеев. Начал быстрее и чаще выбрасывать удары филиппинец. Серийней стал он работать. Здесь опасно. Алексеев возвращает руки на место после ударов. Он открыт под боковые. Вот как сейчас. Если перехватывать. Пропускает. Опасно Алексеев сейчас. Но и сам донес несколько своих ударов до цели. Филиппинец тоже низковато начал держать руки. Не успевает их возвращать. Попадает здесь апперкотом филиппинец. Несколько ударов по туловищу через защиту пробивает Алексеев. Перестал выбрасывать практически джеб Рольдан Алдея. Он понимает, что нет смысла, видимо, возможно, сил нету удержать, а тратить силы не хочет на этот удар. Ну, я думаю, что у нас еще не кончился седьмой раунд, но все самое интересное, мне кажется, будет в следующей трехминутке, если это пройдет всю дистанцию. У нас еще чуть-чуть больше минуты остается в этой трехминутке. Вообще, опасно апперкотом попал сейчас филиппинский боксер. Вообще, бой достаточно... Вот будь посвежее филиппинец, он за эти размашистые удары мог бы наказать. Вот здесь не успевает уже здесь, конечно, и Ролдан. Ведь Выцеливает на контратаку с дальней руки филиппинец. Видит это Михаил. Успевает тут отработать. Но здесь доносит удар филиппинец. Делает акцент в основном на оттяжку и удар с дальней руки. Делает очень много акцента на дальнюю руку. Третий раз подряд за последние где-то 15 секунд попадает в дальний филиппинец. Снова активная работа по туловищу от Алексеева. Хорошо он защищался. Хотя был... Российско-филиппинское противостояние. Алексеев пошел вперед. Первые три раунда все было очень печально для Михаила, но он проявил характер и стал переламывать поединок. Пытается остаться на дальних дистанциях. Опа, пропускает. Опасно попал филиппинец, и будь он посвежее, этот удар мог принести много проблем. Опять хорошо филиппинец на контратаках встречает. Пытается, и снова попадает. Немножко так... Вот попадает снова филиппинец. Хороший пока что эпизод для Рольдана Альдеи. Нужно Михаилу вцепиться в соперника и работать поближе. Опа, снова опять пропускает. Да, филиппинец. Немножко... Опа, и снова пропускает Алексеев, но... Несмотря на лучшие удары, цепляется за филиппинца на ближний. Пытается, да, Михаил тут же отработать по туловищу. Филиппинец пытается удобную держать для себя дистанцию. Даже на ногах стал работать больше, мы видим. Возможно, открылось второе дыхание у филиппинца. И снова попадает Альдея. Не такой мощный, но опасный тычок выбрасывает он с дальней руки. Пока что хороший раунд для филиппинца. Михаилу нужно что-то делать, выбрасывать удары, чтобы они достигали цели. Он подходит без удара. Пропустил. Это нокдаун. Если не нокаут. Все. Аут. Nakuha ni Roldan Aldea ang panalo via 8th round knockout. At ito ang malaking upset na nangyari sa Russian boxer na si Alexeev. At ito ang huling naging laban niya at naging inactive na sa larangan boxing. Roldan